Знаешь, будущее. Добрый вечер. Будущее, ну да, ближайшее и будущее. Как тренер у нас говорит, нет прошлого, есть настоящее будущее. Поэтому здесь сейчас Динамо. Раньше у тебя был момент, когда ты прям мало играл. Ты почувствовал, что что-то изменилось, что теперь тебе доверяют, и ты готов здесь оставаться? Да, ну тренер. Сейчас играю, получается, ну каждый матч. Вот, и благодарен, конечно, тренеру за доверие. И хочу реализовывать, показывать, что доверяет не зря. Константин Генич написал, что раньше матчи «Динамо» это были круто, атакующие, драйвово, а теперь такой футбол нам не нужен. Ну, Константин Генич вообще много говорит. Ну, я по-доброму. Мой любимчик. Смотри, все говорят, что «Динамо» стало скучнее при Юканович. Скучнее? Ну, сейчас переходной период. Мобилизуемся в другой футбол немного. Какой? В такое, ну, пока немного такого Атлетико Мадрида, но в этом нет ничего плохого. И яркий футбол придет. Слушай, ну мы идем 5 матчей без поражений. То есть и немало забиваем, в принципе, если судить вот по этому отрезку, да. Одна шестая чемпионата, если я правильно считаю, прошла. Ну, нормально, что, в высшей группе идем. Что нет-то? Могло быть гораздо хуже, вы на Манчестер Юнайтед посмотрите. Или на Локомотив. Тем более. Ну, как бы вообще все нормально, все, скреп команда играли. Ну, то есть «Динамо» — новый «Атлетик»? Да я бы так нет. Ну, давай время подождем. Просто уже заголовок уже получен, поэтому нельзя. Тогда я пошел. В одном из моментов вы так сунули мяч между ног сопернику. Это было очень, очень любопытно. Это такой зрелищный момент. Ну, это... Я подсмотрел финт у Рафини из Барселоны. Он так сделал тоже. Скопинцев новый Рафини, получается. Еще один заголовок. Нет, да хватит. Это, слушай, ну был такой момент. И, собственно говоря, Дим, писали, что с тобой до продления контракта очень интересовался «Спартак». Это правда? Не знаю. Ну давай, откройся. Ты слышал? Ну, я слышал, но до конкретики, видимо, ничего не дошло. Нет, а что значит интересовался? Кто-то звонил из «Спартака»? Какой-то мужчина вам звонил, может быть, посредник? Какой-то мужчина? Знаешь, звонят и говорят, слушай, тебя тут пытаются со счета забрать. Мог звонить какой-то курпулентный мужчина, фамилия которого называется на букву «Г»? На букву «Г» фамилия, если называется. Слушай, я не буду все раскрывать, я счастлив, что я в «Динамо» и вообще. Если бы дошло до конкретики, ты бы... Взял бы перо и махнул бы, не глядя? Нет, ты бы задумался и точно сказал, точно нет. То есть в теории ты мог бы представить себя в «Спартаке»? В теории, ну, сложно было бы, нет. Я предан «Динамо», можно так сказать. Но просто такие финты иногда бывают при переговорах по подписанию нового контракта, чтобы повысить заработную плату. Вам повысили? Ну, если ты так считаешь, что, как бы, блин, я только на это сгод, что зачем мне Фиди? Я здесь сейчас показываю свою игру и... Вы выиграли конкуренцию у Лаксальта. Получается, на этом этапе он слабоват? Слушай, нет, он классный футболист, вообще, о чем вы говорите. Ну, сейчас вот так. Как бы у нас, получается, на одну позицию, ну, два игрока. И тренер сейчас как бы делает ставку там, на других игроков. Но это не значит, что с ним что-то так хорошее. Давай финальное по теме. Заход от «Спартака» был этим летом? Ну, давай честно. Ну, не пора ли мне? Ну, Дим, давай. Ну, ты уже подписал контракт. Можно сказать? Заход? Ну, какие-то были движения, но не с моей стороны. Вот кого? Катания, Федун, звонил за Рема. Катания? Это Италия же. Мне? Он уехал. Меня не звали туда. Что? Но, как бы, я не знаю, все уважаемые люди, о чем говорить. С моей стороны, как сказать, вот они, блин, интересовались, а эти, ну, нет. Следующий матч. Ну, а вы скажите, что ради «Динамо» отказывались из принципа. Зачем? Следующий матч против «Спартака», нет таких там реваншистских настроений за кубок? Нет. А доказать, как, что там, каждая игра, блин, а сейчас «Краснодар», моя бывшая команда тоже была. То есть... Конечно, надо выиграть, но давно не выигрывали у них, поэтому настроить такой сумасшедший будет. Ну, давно это сколько? Давно, блин, не знаю. Давно, пока я в «Динамо», по-моему, мы не выигрывали. Ты забивал? Да, забивал. Не помню, что давно. Ну, в чем слабость нынешнего «Спартака», что вы готовы его обыграть?
Такой вопрос поставит в тупик любого. Ну в чем слабость? Не знаю. Вообще не люблю громких выражений о соперниках. Давай после матча сам поговорим. Ладно, все, я пошел. У меня есть фэнтези, скажи мне, стоит тебя оставлять на матч? Скажи, пожалуйста, твоя красная машина, у тебя красный автомобиль. О чем это говорит? Вот мы увидели за несколько дней до того, как ты подписал. Просто мне нравится этот цвет. Я знаю, что ты перекрашивал, да? Потом снова вернул красный. Да. Потому что я люблю яркие цвета. Тебя запрещали в «Динамо», чтобы она красная была, или как? Ну, тебя снимали. Все, говоришь. Был ролик. Блядь, кто вас пустил? Вообще, вы видели, блядь? Ну все, все, родной, сейчас я поднимаю. Ролик «Динамо» снимал, ты там главный герой. И ты сказал, что ты умеешь пародировать. Куда ехать, блядь, апартамент? Нет, там тот лифт тебе. Умею пародировать, да. Да. Почему? Спародируй, пожалуйста. Севу спародируй. Севу? Да. Ну и что, мне в угол запереться, бля, и мочить всех? Все, родной. Все, все, спасибо. Всего доброго.